Неро Карель, мертвая хватка Рагупена, фотообзоре матча Севилья-Бавария 4 апреля 2018 года, 9 часов, футбол, Лига чемпионов. 3 апреля в Севилье на стадионе Рамон Санчес Писхуан в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария победила Севилью со счетом 2-1. Ответный матч на стадионе Альянс-Арена в Мюнхене команды проведут 11 апреля. Фоторепортаж с матча «Севилья-Бавария» подготовлен специальными фотокорреспондентами в Севилье. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке. Комментарии 04 апреля 2018 года.